Новым министром внутренней региональной политики области стал петербуржец Павел Карасев. В понедельник на новую должность его назначил губернатор Глеб Никитин. Пост министра пустовал с ноября прошлого года, после того, как бывший министр Роман Любарский ушел в отставку. О новом министре Павле Карасеве известно, что он выпускник Санкт-Петербургского государственного университета, работал в СМИ и администрации Алтайского края, где в 2004 году был исполняющим обязанности вице-губернатора. В 2017 году стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Анна Колпаева, время новостей.